С начала года в Южно-Казахстанской области участились дорожно-транспортные происшествия. По количеству летальных случаев на дорогах наша страна лидирует в печальном рейтинге жертв ДТП среди стран СНГ. Командир взвода бригады МПС Жанабай Жарасов несет службу с раннего утра. Первым делом объезд территории. Для выявления нарушений далеко ездить не надо. Через каждый километр незаконные парковки. Прода, автосама сейчас. Прода, 201, автоса, Toyota Prado. Автовыхтал цель. Жол, ережезм бзут. Самое главное в нашей работе – это ответственность. Только за один день мы выявляем десятки нарушений, раскрываем по горячим следам преступления. Буквально на днях задержали на месте угонщика автомобиля. Во время съемок на пульт дежурной бригады поступило сообщение о краже велосипеда. Отряд МПС незамедлительно выезжает на задержание. Время 2 часа дня. Патруль без обеда направляется на улицу Джангельтина. Здесь злостное нарушение правил дорожного движения. Следующий пункт назначения – район старого города. Здесь водитель создал аварийную ситуацию, грубо нарушив правила дорожного движения. Ереже, жол... По сравнению с прошлыми годами, правила дорожного движения нарушают меньше, так как знают, что контроль ведется круглосуточный. К примеру, раньше водители в наглую не пристегивались, а сейчас дисциплинированнее стали. Даже тонировку сами убирают. Несмотря на усиленную работу полицейских, дорожные войны в Шымкенте продолжаются. По официальным данным, только за сентябрь месяц в регионе погибло более 10 человек. Причина тому не только водители, но и пешеходы, которые также не соблюдают элементарные правила дорожного движения. Шудин Саидов, Халмжан Ерназаров, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».